В минувшую неделю с приятным визитом поздравили с 95-летием жителя села Вольно. Ветераны Великой Отечественной войны Николая Герасимовича Кривоплясова приехали, глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Вольнинского сельского поселения Мурат Хагуров. Поздравляем с 95-летием. Крепкого здоровья, счастья, чтобы вы долго-долго личным примером показывали нам, молодежи, как нужно жить, как нужно воспитывать детей и внуков. Это небольшой подарок от администрации района. Спасибо. Николай Герасимович, но от души, с вашим 95-летием, долгих лет жизни, большого здоровья, чтобы мы еще ходили сюда. Это вам от Владимира Владимировича Путина именное письмо с юбилеем с вашим. Спасибо. Поздравляю вас с юбилеем, Николай Герасимович, вот от поселения вам цветы. Здоровья крепкого. Николай Герасимов – один из тех, кто испытал все тяготы войны, защищая Родину. Сегодня он в окружении своих близких. В ответ дочь ветерана с особой теплотой поблагодарила гостей. Я желаю вам всем здоровья и счастья, спасибо. И благополучия в семье, и успеха в работе, особенно, ну, чтобы мы радовались нашим районам. И пусть всегда будет наступить завтра.